Всем привет! С вами Вадим Кинолог. И сегодня вот вторая тренировка на жим зеленого, кто видит. И вот решил попробовать. Это 2.50. Посмотрим. Повело чуть-чуть. И сейчас попробую левой, но не судите строго. Левая. Тут слабее. Ну, в принципе, учитывая, что, еще раз всем привет, учитывая, что это была вторая тренировка, и сделал 2.50, тяжело, реально тяжело. У кого есть, попробуйте. Фух, сейчас отдышусь чуть-чуть. Но, в принципе, поставил себе цель сделать таким образом, ну, 60, ну и вообще идеально было бы 65. Поэтому, кому интересно, следите, смотрите, пробуйте, ну и ждите от меня 60, а потом 65 килограмм. Он со мной мой друг, то есть видно, да? То есть пришел мой тренер, сейчас самый главный тренер. Вот видите, как следит всегда, чтобы я работал. То есть это ж, сами понимаете, без тренера и прогресса нету. Это вот мой самый такой, самый подходящий момент подскажет, расскажет. Видите, сидит. Ну и видели, у меня на канале уже было видео, где он тоже тестировал меня. Ну и в принципе, можно будет сюда в следующий раз посадить. Сейчас. Оп! Ну, убежал. Так бывает. В общем, спасибо всем за внимание. С вами был Вадим Кинолог. Он тоже, видите, проверяет, чтобы все было. Ну, в общем, как-то так. Видите, тоже хороший тренер. Заставляет, следит, чтобы я работал. Ух, тяжело, конечно, извините, что так дыхание немножко сбилось. Ну, представляете, пришел проверить, и это же он заставил. Сказал, цепляй 2.50. И делай. Поэтому спасибо всем. Спасибо моему тренеру. Все, видите как. Все проверил, все должен сделал. То есть, чтобы все было под контролем. В общем, кому интересно, спрашиваем. Ну и, как я сказал, цель 60 килограмм. Вот. Все, спасибо. Всем до встречи.